Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие девочки. Рада вас видеть. Вы присоединяетесь. Ждем, пока соединятся. Присоединятся чуть-чуть. Извиняюсь, поправлю вот так пониже телефон. Здесь присоединятся остальные. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, мои дорогие, любимые, самые культурные, самые добрые, самые воспитанные, самые доброжелательные. Убеждаюсь в этом не один раз, что мне Бог посылает самых умных, добрых, культурных, спокойных, порядочных людей во всех отношениях. Спасибо вам большое, что вы у меня есть. Вот, говорю это не просто так, это не просто слова, не хочу просто вдаваться в подробности, но каждый день происходят какие-то события, которые просто мне показывают, что, наверное, рядом со мной самые лучшие люди, и когда иногда приходят клиенты от других людей, вот, ну, бывают ситуации, все, я просто думаю, Господи, какое же счастье, что это не мои клиенты, и что мои клиенты самые лучшие, самые умные, самые порядочные, самые любимые мной. Вот, так что присоединяйтесь, пожалуйста. Сегодня хотела сделать более длинный эфир, но, наверное, сейчас еще, девочки, подождите, тут с тремя телефонами мне не так легко совладать, там высоко. Вот, наверное, сделаем так. Я вот сегодня покажу вам новые сумки, которые только пришли. Ну, наверное, не знаю, сейчас у нас новая мода. В плане того, что летняя коллекция приходит у нас теперь в июне, и, наверное, я как человек очень мудрый, и, наверное, один из самых, скажем, опытных, кто предлагает вам эти сумки, вы знаете, что я их продавала оптом больше 20 лет, и, наверное, и продвигала так, как сейчас некоторые другие марки на этот рынок, когда их никто еще никогда не знал, поэтому я просто уже немножко приспособилась к ситуации и понимаю, когда это все придет, и заказываю темные сумки. Как было сказано мне, Ира, ну что ты переживаешь, у тебя нера, нера и нера и нера. Ну вот, наверное, вы уже накупили все дынь, петуни и всего остального. Вот, теперь не нужно вам летом покупать сапоги, шубу, дубленку и все остальное. Так что я вам покажу, я, в принципе, всегда заказываю традиционные такие спокойные, нормальные, добротные, благородные, не кричащие цвета. Это мой вкус, мой стиль, и вам то же самое предлагаю. Вот, наверное, одну из самых красивых сумок, самых удачных, которая мне больше всего понравилась. Она напоминает модель прошлых сезонов, только добавили еще вот этот хлястик, добавили вот эту пряжечку. Может быть, уже, наверное, все их показывали, вы видели. У меня она была в цвете лорд, продана вся под ноль. Вот, теперь она пришла вот в таком красивом цвете джесса. Как раз-таки по вашим просьбам в прошлом сезоне летнем, все, что пришло в цвете аворио, все, что пришло в кремовых тонах, было продано просто моментально за секунду. И их не хватало. Зеленая, синяя вот стояла за мной и до сих пор стоит. У меня есть очень интересное для вас предложение на эти сумки. Скажу в конце, вот, чтобы начать за здравие. Вот, а вот эти все тона, оттенки, тона, цвета, они все разошлись. Поэтому вот предлагаю вам вот эту вот одну из самых красивых сумок в цвете джесса, гипс. То есть он такой слоновая кость, не совсем кипельно-белый, а такой немножечко с сероватым оттенком. Вот как раз-таки, так, не знаю, подождите, сейчас еще чуть-чуть подвину диван. Вот, вот так, сейчас, секундочку, то мне некуда отойти. Вот эта сумочка прекрасно носится и в руке, и на сгибе локтя. Очень удобное у нее внутреннее насыщение. У нее масса здесь отделений. Закрывается она вот на хлястик. Здесь есть один карман на молнии для документов. Здесь есть еще один кармашек для документов. Вот у меня уже кто покупал лорд, говорит, я знаю эту сумку, она очень удобно сделана. Здесь карман, здесь карман. Здесь вот еще одно отделение, здесь отделение, здесь, ну, то есть просто масса отделений. Я уж сегодня подготовилась, коль уж так у нас обстоятельства нас вынуждают. Вот, не хочу произносить такое слово, но меня подготовили сегодня клиенты других продавцов. Спасибо им большое за это. Если меня эта пара смотрит, спасибо вам большое. Я вам очень признательна, да, что вы меня подготовили. Наверное, мне вас тоже Бог послал. Вот, итак, вот эта сумочка стоит 31 300. Пожалуйста, есть их две штучки в цвете джесса. Вот эта красотка. У нее есть длинный плечевой ремень. Вот.
промониторила все, подготовилась. Поэтому я уже полностью готова с ценниками сегодня. Наверное, что не свойственно для меня. Все промониторила, посмотрела и называю вам уже сумки с ценами. Так, вот сразу как раз таки просто специально, не знаю, не специально. Господи, кто уж специально? Что из дома выскакиваю, что успею схватить с моим ритмом работы эфиров и всего остального. Ну вот как нельзя лучше, наверное, вот моя черно-белая блузка. Так, уже прям в этот стою практически в витрине. Вот очень хорошо эта сумка смотрится. Она мягкая, комфортная, удобная. Она прекрасно смотрится и на плече, и через плечо. Ремень сейчас регулируемый. Красивая вот такая пряжечка теперь, регулировка красивая. Ремень достаточно длинный. Теперь никому не бывает он короткий. То есть есть еще запас. Здесь уже прислушались жираначек к нашим пожеланиям. Ремень достаточно длинный. И опять же, вот у меня есть люди, которые эту сумку ждут. Вот, наверное, в отличие от всех, не зеленые, не оранжевые, не серо-буро-малиновые, не дыни, не арбузы, не груши, а красивый, традиционный черный цвет. Сумка эта прекрасно смотрится и в черном цвете, кожа вельвет. Вот эта большая красивая пряжка с двумя буковками «Ж». Она очень украшает эту сумку. Такая благородная, добротная, вот красивая, стильная вещь. Наверное, все-таки подождите немножечко, мои дорогие. Вот так еще, а то мне уже просто некуда отходить. Сейчас, секунду, еще этот телефон. Так вот, вот, может, витрина прям. Ну вот, такая красотка. Есть в черном цвете, одна заказана. Отзывайтесь, кто заказал эту сумочку черную, кто ее ждал. Вот, как раз, наверное, вовремя, как мне сказали, осенью продаж. Ну вот осенью как раз-таки и продаю. Следую, да, советам производителей. Практически уже осень. Так, так что вот 31 300 она стоит, была 29 500, немножечко она подорожала. У сумок Джироначчи никогда не бывает цвет никель, никогда. Я задавала этот вопрос, у меня спрашивали клиенты, я задавала этот вопрос. Вы знаете, что я прекрасно разговариваю на итальянском, я общаюсь с этими людьми очень тесно и плотно, потому что 20 лет мы сотрудничаем. Вот, и причем большое количество. Они сказали, что наши сумки – это премиум-сегмент, это лакшери, и, как бы сказать, политика бренда – это золотая фурнитура. Дорого, богато, и вот здесь фурнитура, она не просто золотистая. Вот я пытаюсь вам показать, чтобы свет играл. Она называется «Атона веки», то есть состаренный металл, или еще называют он скорее не состаренный. Я не знаю, раньше итальянцы это называли спацолато. Если состаренный, он такой немножко черненый, то этот вот он как шлифованный. Вот такой блеск не так, там не видно, подождите, господи, сосредоточиться. Мариночка, здравствуйте. Он такой вот как немножко, знаете, сошлифованный блеск. Не, я, кстати, вот покажу вам, подождите, забуду. Сейчас я покажу, потом забуду вам. Вот, покажу разницу. Я просто на ремнях покажу разницу. Он получается вот такая пряжка, знаете, как шлифонный металл. Я вам сейчас объясню разницу, суть, чтобы вы понимали. Вот, смотрите, я принесла два ремня. Кстати, вот ремни, у меня тоже остатки, тоже они распродажи. Пожалуйста, очень хорошие цены. 6-7 тысяч. Вот, смотрите, вот ближе подношу. Так, уж тут 7. Видите, вот здесь вот он такой вот металл. Видите, как будто он шлифованный. А вот здесь вот, наверное, вот так я их сейчас рядом положу, чтобы вам было видно. Один секунд, девочки дорогие, я люблю объяснять, наверное, вам не учительница когда-то умерла. Товароведом мама хотела, чтобы я стала. Вот, видите, вот здесь он прям зеркальный блеск. Вот вам будет просто хорошо видно. А здесь вон такой вот, как шлифованный. Вот разница, видите. И вот у этой сумочки вот такой металл шлифованный. Вот, кстати, идеально подойдет вот такая пряжка. Я могу поменять, у меня она на синем полотне, я вам могу безболезненно ее поменять на черное. Я уж не буду переодевать. Вот, то есть синее на черное я вам заменю, потому что есть у меня синие сумки. И вот будет вот так вот, просто очень красиво. Вот, видите, вот, вот такая же пряжка. Этикетка теперь это. Вот, и такого же цвета металл на пряжке, и такого же цвета вот этот металл. Ну, вот здесь вот, конечно, уже все ушки вот эти все, они уже, ну, скажем, глянцевые, блестящие, уже не шлифованные. Ну, они маленькие, а вот здесь вот очень красивая пряжка. Я говорю, почему очень красивая? Потому что она шлифованная. Наташенька, я к вам с радостью.
Любовь моя Наташа, я к вам с радостью. Сейчас покажу. Вот у вас вижу и прям вас порадую. Не могу этого человека не порадовать. Так, Наташа, готовьтесь, закрывайте глаза. Вот. Как вам, Наташа? Ваше пожелание выполнено. Готов к труду и обороне. Ну, я просто шучу, девочки, да. Я не знаю, вы все уже знаете друг друга. Это просто там у меня народ потом спрашивает, что вы с ними здороваетесь, со своими друзьями. Вы что, их все знаете? Да, Наташа просто заказала эту сумку. Вот, я ее дозаказала, и мне хочется очень порадовать этого человека. Мы много лет уже общаемся, она много лет моя покупательница, и поэтому мне ее хочется просто порадовать. Сейчас, подождите, пытаюсь по этот. Ой, спасибо большое, это блузка с Викиным ремнем. Все сразу вам рекламирую. Уж мне тут кто, что, с чем можно, нет. Вот смотрите, как красиво смотрится. Вот забыла сегодня ремень, бежала, блузку взяла, ремень забыла. Девочки, смотрите, какая красотища. Это не перфорация, ничего. Это вот резинка. Это вот это лето наступило. Вот если я эту блузку без ремня одену, буду как баба на чайнике. Она ж такая вот так вот, как ночная рубашка. Вот смотрите, пожалуйста. Забываю вам показать, не успеваю, времени не хватает. Все в каше. Правда, вот очень красивый ремень, специально одела. Смотрите, вот, пожалуйста, любуйтесь. Есть они в черном, в синем цвете. Еще какие-то есть. Есть пряжка вот здесь обтянутая кожей, а есть пряжка вот здесь металлическая. И вот, кстати, перфорированные ремни вот с такой пряжкой. Света, если вы здесь опухтена, я вам отправила вот такую пряжку, только не обтянутую кожей, металл. Успела до курьера все это заменить. Вот, Наташенька, скажите мне, как вам ее, напишите мне, как вам ее посылать, потому что и правда со временем у меня просто страшный цейтнот, еще вам не доотправляла те сумки Марина Чемилана. Так что вот, хотела вас порадовать, пожалуйста. Ну, все, супер, да, цвет, правда, Наташ, красивый, Эдера, сумка очень красивая. Вот здесь вот, опять же, к вопросу тому, что вы задали, вот видите, здесь вот металл, вот, видите, у меня даже когда-то фотография была, вот здесь он такой прям, я не знаю, подскажите, ну, глянцевый. То есть блестящий, не, как бы сказать, не шлифованный. Вот Наташа вот такая сумочка досталась. Все, хотела специально показать, чтобы вам, чтобы вы порадовались. Все, радуйтесь, Наташа, весь эфир. Так, следующее. Акт Марлезонского балета. Теперь мне очень понравились вот эти сумки. Я их очень ждала. Они мне понравились как образцы. Вот, смотрите, какая красота. Это формат. Ну что ж, девочки, такое. Подождите, мои дорогие, секунду. Ну никак я не пристроюсь. Почему-то один телефон выше, другой ниже. Вот. Хоть и говорят, устала. Устала я, поэтому и телефон. Знаете, как борщ, я говорю. Говоришь, с настроением я... Вот. Просто никак, видимо, не пристроюсь. Подождите, сейчас они... Получается, что... Ого, еще там что-то свалилось. Вот, вот так, наверное. А то получается, там тот угол показывает ВК, а в Инстаграме другой угол. Вот такая красивая сумка. У нее очень красивая пряжка. Вот я бы, наверное, назвала номер 2 из всех. Вот это мне больше всего понравилось. Вот та линейка. А, забыла еще, сейчас покажу мешок из этой серии. Ну уж начала, ладно, кидаться из одного в другое. Да, ну он не полированный, я согласна, Инна, с вами, но он такой блестящий, скажем так, вот блеск такой, вот глянцевый, а там он матовый блеск, вот, наверное, будет правильно, как сказать, вот он глянцевый, а у Наташи, а там матовый. Вот это очень красивая сумка, здесь вот эта красивая пряжка, вот действительно пряжка красивая, хлястик, тоже удобная, тоже состоит из трех отделений независимых, одно, второе, карман разделитель на молнии на всю сумочку. Красивый цвет, ценник сейчас вам скажу, все для вас, родные, сделала, думаю, раз так, значит, все для вас сделаю, кушать не пойду, никуда не пойду, 29 900 стоит вот эта сумка, вот так она закрывается, красотка. Так, насчет длинного плечевого ремня не помню, сейчас погляжу. Так, есть. Готово. Так, вот. И есть длинный плечевой ремень. То есть ручка средняя, вот ушки, как не заметила, вот есть ушки и есть длинный плечевой ремень. То есть сумочка во всех отношениях просто замечательная. Вот есть и ремешок длинный у нее, и, соответственно, у нее есть средние ручки. Во всех отношениях хорошая модель, красивая фурнитура. Так, на весу.
покажу вам. У нас теперь появились соседи, уже нет такой тишины, как было раньше. Ну, ничего, мирно уживаемся, пока никого нет. Если приходят, то уж деться некуда, они тоже работают. Так, вот, все пристегнуло. Ну и вот так она красиво, видите, даже можно не длинный ремень, он не лежит на сумке, его можно не снимать. И вот, пожалуйста, вот таким образом, вот на длинном плечевом ремне. Вот такая красотка. И она есть в двух цветах, как и предыдущая модель. Да, я вам обещала сказать цвет. Что назову вам? Так, Аворио. Слоновая кость, айвори. Аборила. И есть такая же красотка черная. Черная вообще потрясающе красивая. Вот уж тут раз торчит этикетка. 29 900. Цена вопроса. Кому нужна красивая черная сумка? Вот, честно говоря, не было в линейке особо красивых сумок черных. Вот многие люди покупают сейчас, когда я говорю, не нужно покупать верхнюю одежду, футболок, они все-таки не стоят как шуба. И босоножки не стоят как сапоги. Пожалуйста, можете вот сейчас озадачиться красивой черной сумкой. Да, здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте, рада вам всем. Искренне вам рада. Правда говорю, сравниваю с другими и думаю, мне, наверное, Бог дает самых лучших людей, за что ему большое спасибо. Так, вот таких две красотки. 29 900. Так, черный и белый. Два веселых гуся. Дынев, арбузов и мелонов не ждите от меня. У меня все традиционное. Так, и вот такой красивый мешок. Мешок купили самый первый. Он разошелся весь, прям буквально в первые дни. Вот он был в цвете Марин у меня, был в цвете Лорд. Вот сейчас пришел черный. Удобный, перекидывается вот здесь. То есть все закрывается, ни снег, ни дождь не засыпается. Ни град, ни камни, ни снега. Удивительно, но в мешке есть тоже третье отделение. Хорошо все сделано, скроен, кожа мягкая, вельвет. Очень красивый у него торец. У всех видела всякие там красные малины, вишни, груши, арбузы и дыни. Черный не видела ни у кого. Ну, не знаю, я вот с удовольствием заказала его. Во всяком случае, без риска для жизни. Вот, если меня летом не будет, черный я осенью всегда продам. Пожалуйста, он и летом. Вот смотрите, какая красота сбоку. Вот насколько видно вот мастерство фабрики, да, вот сами подкройные элементы. Кто шьет, вот представляете, как вот это все выкроить, пуговичку вот эту, и вот это все вручную оторцевать. Вот это все торцуется вот вручную. Три раза. Красится, сушится, шлифуется. Красится, сушится, шлифуется. Все входит в кожу, сумки по 10 лет носятся. Вон там Таня приходила ко мне, приносила сумку, фотографировала. Ей, наверное, лет 10. Вот такая красотка, носиться будет долго. Вот удобная. Прекрасно одевается на плечо, даже у кого рука пошире. Вот смотрите, как классно висит, видно, вот сколько тут еще пространства свободного. Она не очень тяжелая, потому что фурнитуры мало, за исключением вот этой пряжки. Так, и цена вопроса, сейчас вам скажу, 29 500. Так, это мешочек Топеричи. Переходим к следующему акту Мариинского балета. Так, давайте, наверное, вот эти сумки я вам покажу. Опять же, вот большую, маленькие я не заказывала. Знаю, что придут они практически к моему отъезду. Вот такая красивая сумка. Когда-то у меня уже такая была модель много лет назад, поскольку я долго продаю. Здесь очень красивые вот такие сдвоенные ручки. Вот видите, как бы две ручки вот такие сдвоенные, между собой соединенные. То есть очень красиво. И здесь именно ручка. Идет вот одна ручка, вторая, соединение. Очень такая аккуратная, неброская фурнитура. Немножко ее такой красивой формы. Вот здесь как пятиугольничек какой-то. Чем-то мне напоминает знак качества в советские времена. Интересно сделан вот этот хвостик. На молнии сумка, здесь на молнии, здесь на молнии, кармашек для документов. Здесь кожа Vitello склеена с кожей кальф. Вот, соответственно, внутри она тоже контрастная. Вот у нее такой красивый цвет лилия, то есть Аворио с лилией. Сочетание очень нежное, такое стильное, красивое.
Сейчас застегну, покажу, как она вот интересно сверху смотрится. Когда вы смотрите на сумочку, не очень красиво. Вот молния, вот это вот, хвостики и вот эта фурнитура. Такая сумка очень деликатная, сдержанная, вот так интеллигентная, можно сказать. То есть сумка вот интеллигентная, ничего лишнего, тоже одевается прекрасно на плечо, удобная. В плане отделений всех, но здесь я уже не вижу креплений для длинного плечевого ремня. Здесь уже я намного хочу от Джирача. Вот, мне кажется, что здесь уже нет длинного плечевого ремня, потому что я не вижу ушек. Здесь она вмещает формат А4. Я уже, вы знаете, геометра, как итальянцы говорят. Здесь вот уже 10, 20, ну 32 точно будет, то есть для формата А4 сумка классная, на молнию закрывается. И вот здесь не только на молнию, здесь вот у нее кармашки. То есть здесь отделение, пожалуйста, для телефона, для зонтика, кто любит вот такие удобные сумки с карманами. Вот она есть. По поводу цены, я не помню, говорила вам или нет. 29 400. То есть вот такая сумочка будет стоить 29 400. И есть она вот в таком красивом цвете, Марин. Вот за мной стоит малышка ее, скажем, собрат, маленький собрат. 29 400 цена. Сейчас уберу, чтобы нам не мешала просмотру этикеточка. Вот, вот такая в цвете Марин. Пожалуйста, тут уже лето летнее. Все джинсы, все, скажем, морская тематика, цвет моря. Голубой, вот смотрится классно, даже у меня черно-белая блузка. Очень хорошо этот цвет смотрится, он такой свежий. Да, я буду и в Москве до, наверное, до конца месяца. Я буду ждать ваши заказы на Джираначи, которые вы делали с фабрики. Вот, мне уж тут сегодня прям чудеса чудесные рассказали, что через 10 дней будет, но говорить, не обещать, не значит жениться, поэтому будем сидеть и ждать. Вот, то есть тоже лилия цвет. Как только заказы придут, я вам их разошлю, так и стартану. Я заслужила, честно. Никто вам таких чудес, и интересов, и кинов, и ничего не показывает. И оттуда, и отсюда, и откуда только не можно. Поэтому мне нужен отдых. Мне нужно подзарядить с батарейку, обнулиться, чтобы вам с радостным видом все рассказывать в новом сезоне. Ну и, конечно, я вам буду все интересное показывать и рассказывать. Где была, что видела, что слышала, куда ходила, как всегда. Мне уже тут Лайе прислали приглашение. Пожалуйста, приходите. Мы открыли в Порто Черво. Нет, где-то... Порто Дель Марми открыли магазин. Мы вас приглашаем на презентацию. Пожалуйста, для ваших клиентов можете сделать, видимо, уже с администрацией переговорили. Пожалуйста, вам разрешено сделать видео. Думаю, так доехать же до этого Порто Дель Марми. Это же там наши самые богатые люди все. Жить-то где-то надо, не под мостом видео делать, а где-то же там жить надо. Вот, короче, вот такая сумочка. Вот, и я могу вам показать ее собрата, малыша. Вот, поэтому все, что будет интересное, вы знаете, что я у вас массовик-затейник. Я всегда вам рада показать, где была, что видела, где отдыхала, всегда с вами поделюсь. Вот, поэтому еще пока ничего не планировала, планов никаких нет. Дай бог улететь. У нас такая, как бы сказать, наверное, сейчас ситуация неожиданности, поэтому не знаю. Если все нормально будет, то в конце месяца. Так, вот она, большая сумочка, а вот она... маленькая. Сейчас я покажу вам. Молодой человек разговаривает. Может быть, он о важных вещах говорить не слышу. Вот, смотрите, как красиво. Вот малышка. Кроссбодик вот такой классный. Вот теперь уже всем видно. Но надо, не надо было кроссовки высокие одеть. Тогда бы головы не видно было, а было бы видно там сумку. Вот. И вот так, соответственно. Вот такой красивый цвет. Вот здесь хорошо видно. Тоже малышонок вот здесь вот у него кармашек. Здесь вот у него кармашек. Здесь вот отделение. Здесь кармашек у него для документов. То есть удобно, что кармашек отдельно. Кармашек отдельно, карман для документов. Сумочка легкая, потому что фурнитуры крайне мало. Очень красивая вот здесь вот буковка Ж вот такая. Вот логотип Джираначи. То есть вот еще осталось его, как бы сказать, компания... собрат, маленький собрат и большой собрат. Так, вот это здание.
поэтому сюда вы как раз на нее можете смотреть. И вот две таких сумки в красивых, вот таких двух летних, сдержанных, красивых морских цветах. Вот классика, а вот море, солнце и свежий воздух. Так, теперь я показываю вам вот эти сумочки, которые пришли. Удобные. Вот, во-первых, красотка черная. Эта сумка не узкая, это она хорошего здесь формата, хорошей ширины. Тоже были они у меня все проданы. Цена вопроса 28 300 у этой сумки. Вот этот клапан тоже сделан как вот малышонок, которого я показывала. То есть вот здесь отдельчик, здесь одно вместительное среднее отделение, здесь кармашек на молнии. Есть длинный плечевой ремень у этой сумочки, ушки есть, длинный плечевой ремень есть. Уж с вашего позволения не буду его надевать. То есть сумочка и вот так прекрасно носится на сгибе локтя. Вот как раз бело-черное все. Черные брюки. Кто любит классику, вот ремень черный, пожалуйста. Такого же точно цвета, из такой же фактуры кожи. Вот здесь уже глянец. Вот здесь уже, допустим, показываю вам. Вот глянцевый. Видите, вот пряжка глянцевая здесь. И вот глянцевый вот такой ремень. То есть здесь уже пряжка. Вот глянец там То есть не матовая она, а такая вот, скажем, блестящая. Так, эта сумочка у нас есть еще вот в таких цветах. Ну, тут уже немножко повеселее. Это был новый цвет, я взяла его один совсем один. Называется он мента. Вот такой же яркий. Тоже красивый, свежий, свежие травы. Вот весенний такой цвет, когда травка листики начинает появляться вот такого свежего зеленого цвета. Красотка, длинный плечевой ремень. Эта сумочка стоит столько же, сколько черная, 28 300. И соответственно вот такая она в сотой, эта сумочка, вот как сотая она. Это стоит подороже немножко, потому что это кожа подороже, 29 900. Вот она есть с тиснением кожи, как вот соты. Прям пчелки-пчелки. Мед. В детстве дедушка мой занимался пчелами, я ему помогала. И дымором знаю, как работать, и центрифугой. Вот такая красота. Здесь внутри тоже лилия цвет. Вот здесь хорошо видно кармашек для документов. Джованачи всегда очень аккуратно кладут бумагу, что удобно это все посмотреть. Вот такая красивая сумка. Она есть черная, зеленая. Ага, и вот такая еще забыла. Вот и цвет боска лес. Вот в таких соты, тиснение сот, вот их две сумочки. 29 900, если я правильно помню, не забыла еще. Да, 29 900, вот она есть, я не знаю, горчичный цвет или медовый цвет. И вот боска, это лес. Боска Верды, зеленый лес, вот, пожалуйста, вам такая, две красивые сумки. Это вот с широким торцом, удобные. На длинном плечевом ремне во всех отношениях сумочки хорошие и удобные. Теперь такие вот, скажем, как бы для тех, кто носит совсем немножко. Я показываю вот эти сумки вам. Так, вот есть полукруглая, вот такая она плоская. Как вот иногда у меня спрашивают кошельки. То есть у нее три отдела, отдельно взятых. 1, 2, 3. Есть кармашек для документов. Здесь уже цвет бежевый внутри, не яркий такой, не радикальный. Есть длинный плечевой ремень. Она получается как кроссбоди. То есть и на руке, и на плече. Это вот круглая. То есть кто худенький, хорошо будет вот скругленной формой. Вот чтобы пропорционально смотрелось. У кого вот немножко есть пушистости, вот эти острые углы, геометрическая форма. Вот у меня спрашивали, ну, мне она пришла поздно, эта сумка. Зато черная, я не горюю. 28 стоит, а это стоит 27 500. То есть кругленькая стоит 27 500, угловатая стоит 28 тысяч. И есть они у меня еще, я сейчас вам покажу их. Еще в других исполнениях, тоже вот в этих сотах есть. Две вот такие. Ох, сейчас упадет. Сумочка. Вынули отсюда коробку для посылок, а теперь падает. Так, сейчас одну секунду, мои дорогие девочки. Так, и вот так. Вот они хорошо видны. Здесь уже контраст, а то черный, может быть, сливается на фоне моей
одежды и сумок. Вот они есть полукруглые. Боско и коя. Вот это. Это боско, это коя. Вот так показываю. Так. Что нам показывают дальше? Теперь вот из этой серии малышей у меня есть вот эти сумочки. Вот они пришли в цвете, если не ошибаюсь, питония. Сейчас я гляну. Могу забыть название модного цвета. Питония. Еще помню. Нужен отдых. Вот. Трасики. Вот. Вот такая красота. Черная. И вот яркий такой цвет. Он не фуксия, но очень похож на фуксию. А, питония. Сейчас. Не очень видно, вот хорошо. То есть вот две малышки. Сейчас скажу цену, освобожу руки. Они кроссбодики, маленькие. Вот они такие. Тут же размеры, я не знаю, можно уже у кого угодно посмотреть. Я не мерила, ну где-то сантиметров 20. Она вот 20, может быть 22. Наверное, 22 на 18 размер. И вот это также 22 на 18. Цена вопроса, то есть, ну, не буду вот это вынимать, потом хвостики эти болтаются некрасиво. То есть вот так вот. Вот так она как кроссбоди смотрится очень хорошо. Небольшая такая аккуратная сумочка. И вот так вот черная тоже. Красиво сейчас вот длинноплечевой ремень. Опять вот этот же металл такой шлифованный, сатинато матовый. Очень красиво. Теперь видите, как делается регулировка ручки. Не просто палочки, а вот такая площадочка с буковкой Ж. Очень красиво. Ну и вот яркий цвет, кому хочется. Вика сделала вот такие вот ремни. Но я не знаю, вот я сейчас... Не успела, честно говоря, спросить, отправят, не отправят груз. Обычно отправка в пятницу. Я боюсь, что они не дойдут. Вот, и будет это все... Ну уж точно не буду ждать 5 сумок и 6 ремней. Вот, поэтому, может быть, кто заказывал, пожалуйста, придут уже потом и сможете их купить к следующему году. Я не знаю, посмотрю, сколько сейчас будет груз идти. Если дойдет быстро, то, может быть, и закажу. Так, в смысле, я имею в виду, чтобы прислали. Если не дойдет быстро... Заберете осенью на следующий год. Сумки носите вы такие не один год, фуксия. Ну уж как есть, так есть. Да, цену я вам не сказала. Подождите. Вот, потому что там есть пару заказов, пару сумок. Может быть, кто-то заберет, я узнаю. Не готовилась еще. Может быть, попрошу, чтобы отправили. Кто-то заберет и вам отправит. Или Леня, или Оля, или Лена, кто-нибудь. В общем, найдем. 27 600. То есть вот такая сумочка маленькая, черная. И цвет фуксия. Стоит 27 600. Так, и теперь вот пришли вот эти сумки, которые у меня разлетаются как горячие пирожки. Это вот кроссбоди. Их, конечно, бы надо померить, потому что и покажу разницу. Вот я сегодня говорила, что эта сумка именно удобная, как кроссбоди. Габриэла сама носит такую сумку. Я ей, когда я заказываю, говорю, ну, как твоя, как у тебя. Она говорит, а, я поняла. А то они там 34, 31, 30. Я не помню, какая большая. 34 или 30. Вот, кстати, у меня их уже совсем не было никаких. Синяя пришла. Вот такая. Вот теперь цены на все сумки Джираначи на 20-30 евро подорожали. Да, Оксаночка, ваша сумка, точно. У вас такая синяя. Вот хочу просто показать разницу. Сейчас, подождите, поставлю синюю. Черную. И ремень. Вот смотрите, вот эта сумка такая, бочоночка. Она очень красивая, в моем понимании. Она самая, одна из самых красивых моделей у Джираначи. Вот эта ручная строчка. Объясняли, что это все делают прям руками, не машинка. А это все руками делают. Соответственно, кармашки у нее вот здесь такие удобные, мягкие. Цепочки эти красивые. Кто носит эти сумки, пожалуйста, прошу вас, подкручивайте винтики. Вот здесь вот есть винтики, вот. От того, что вот эта цепочка все время двигается, это как будто вы его туда-сюда откручиваете. Вот здесь вот винтики. Вот вчера хорошо я там дала запасной винтик человеку. Вот здесь вот открутился один винтик. Три, говорит, просто не открутить, а один сам открутился. Даже, говорит, пыталась. То есть вот здесь, пожалуйста, в этих сумках, я их очень много продала. Кто их носит, подкручивайте вот эти винтики. Да, вот Оксана пишет, какие они красивые. Я согласна. Здесь даже вот представляете, вот сбоку смотришь, вот кусочек деревяшечки подложен. Вот лежит вот здесь деревяшка.
чтобы на коже мягкой, ручки, вот эта строчка, цепочки, у них тоже есть длинный плечевой ремень. Но вот смотрите, кто немножечко, ну как бедра широковаты, эта сумка получается, она вот красивая в руке, на руке, но она получается на бедре немножко вот здесь широковата. А вот этот ее брат, вот как раз мы тогда с Оксаной мерили, и Оксана себе такую сумку взяла синюю, потому что вот эта вот, она, видите, так, сейчас я покажу, попытаюсь, чтобы вам видно было, видите, она вот здесь плоская. То есть объем у нее практически такой же, но она просто идеально лежит на бедре, как кроссбоди, потому что у нее плоский объем. И вот когда люди приходят, примеряют, и у Иры, по-моему, такая же сумка, вот, тоже синего цвета. И она, как кроссбоди, просто идеальная. Сейчас я вам скажу и цену на нее. Так, вот, еще что-то там смогу, еще сейчас, что у нас есть. Забыла водички налить. Так, пить хочу. Вот. Видно, видно, сейчас на цыпочки стану, прям на витрину на свою. Ох, господи, длинные такие ремни, что у меня почти до колена. Вот, видите, и она получается, что она не широкая, она компактная, вот здесь вот особенно сверху, и она вот просто идеальный кроссбоди. Вот, все, кто их покупал, господи, и там не достают. Шо ж какала моя, говорила, шо ж тебя, Иронька, бух росточком обидел. Ну, не обидел, но нету, надо как-то подстраивать телефон. Вот как раз таки там в Ютубе очень красиво. Вот такая красавица. И она еще удобная. Смотрите, у нее здесь кармашек наружный. Если там два, здесь один кармашек наружный. Здесь вот эта цепочка. Сейчас, подождите, сниму ее. Вот одно вместительное отделение, карман для документов. Вот это вот ручная прострочка. Вот видна там вот внутри, видите, вот как прошивают люди, прямо не машинка строчит. И цена вопроса. Вот, была сегодня сама удивлена, смотрела по проформе. Я уже наизусть знаю цены на эти сумки, но они действительно стали больше. Так, 28 800. Вот такая сумочка теперь стоит 28 800. И есть она черная, и есть бежевая. Момент, вот. То есть вот эти обычно живут один день. Я уже заказала теперь черных много. Ну, до осени, я думаю, не доживут. Кому нужна хорошая вот такая кроссбоди, добротная, действительно хорошая, и не такая сбитая, как с буковкой Ж, вот которая вот надо мной черная и зеленая. Эта сумка очень красивая, на самом деле красивая цепочка. Их как-то мало заказывали, сейчас, видимо, уже не знаю, глядя на меня, я все время вот эти вот бочоночки заказывала. Сейчас уже смотрю, они уже у всех есть. Ни у кого не было, теперь уже есть. Но цвета такие оранжевые, розовые, зелененькие. Я всегда беру вот такие черненькие, синенькие. То есть две вот такие сумки есть. И есть она вот в таком красивом... А, забыла вам лимош показать сейчас. И ремень, кстати, к ней. Вот как раз лето-летняя. И вот такая сумочка. Вот. Это есть цвет лорд. То есть вот это уж совсем лето-летняя. Вот тут будет хорошо видно на контрасте. Вот такая бежевая она. Она темно-бежевая. Цвет лорд вы все знаете. Вот. Это был ценник. Малость поменьшее. Теперь стал ценник чуть-чуть побольше. Так, это вот я вам показала сумку. Теперь вот покажу вам лимош, как раз вот потеплело на улице, солнышко у нас светит, погода хорошая. Я вот эти могу как раз сюда поставить, чтобы вы не любовались вот так красотками этими. Вот, смотрите, как красиво смотрится, чтобы еще не упали для вас. И сейчас скажу, что хотела вам сказать по поводу вот этих всех сумок сейчас. Так, и вот очень красивый цвет, цвет лимош. Он такой не светло-голубой, а такой насыщенно-голубой. И вот к нему есть ремешок такой же. Вот к цвету лимош. Есть и сумочка, и ремень. Длинный плечевой ремень. Цвет очень красивый. Он такой какой-то немножко васильковый. Прям, наверное, как василечки в поле. И лето-летнее. Вот такая еще эта сумочка осталась в цвете лимош. Было много цветов, и с ремнем будет у вас просто потрясающий комплект. Причем здесь ремень хорошо подходит к стилистике сумки. Вот к этим строчкам, к такому спортивному. И вот этот широкий ремень, он прям очень классно будет смотреться. Вот, пожалуйста, остался в цвете лимош. Так. Что? Ой, господи, лимош упал, кто-то хочет его купить. Вот, обвалился у нас лимош. Что хотела сказать? У нас осталось 5 минут.
Поэтому я не успею, но на самом деле просто через день делать и целый день работать, и посылки собирать, и с людьми работать, мне действительно тяжело. Что бы там ни говорили, пусть молодые за мной попробуют угняться, по всему миру мотаться, вам кино показывать. Кто-то мне там написал, ну, я живой человек, мне действительно, я устаю, мне тяжело долго вести и через день делать эти эфиры. Что вам хочу сказать, что вот смотрите, сколько за мной сумок, вот я сейчас отойду, практически вот на все сумки, которые внизу, поскольку я уезжаю, осень у меня тоже Джираначи заказано достаточно много сумок, мне хотелось бы освободить жизненное пространство для поступления новой коллекции. Поэтому практически вот на сайте есть, новых сумок нет, объясняю почему, кто присоединяется новенький. У меня физически нет возможности это все фотографировать, снимать. Обычно мы делаем фотографии летом, когда уже люди все купили, когда людей мало приходит в магазин. Сейчас один человек сменяет другого. Жалюзи вы видели, кто в Москве, знаете, иногда я показываю эту сторону, их надо пустить, экран повесить, фотограф фотографирует, свет выключает, люди приходят, зайти сюда невозможно, плюс это все надо обрабатывать, у меня все быстро продается и без сайта. Поэтому что-то, может быть, сделаем вот сейчас, вот в конце июня, что останется, разместим на сайт. Ну, говорю, ну, просто чтобы люди один и тот же вопрос не задают. Все не пришли, говорят, ой, у вас намного больше, а на сайте меньше. Ну, хорошо, что у меня продается и без сайта. Сайт просто как помощник, размеры, цены там не на все марки. Что хочу сказать, что на сайте есть все модели, которые приходили прошлый год. Там цены еще не поправлены. Я хотела вас просто обрадовать и предложить вам, скажем, практически 22 тысячи, очень много сумок, которые я готова в этой зимней коллекции вам за эту цену продать. Скажем, кисеты по 20 тысяч, вот большие, видите, вон маленькие они стоят. Вот эти сумки, ну вот, ну, просто наугад буду брать сейчас, чтобы не упала вот эта сумочка. И что я хочу вам сказать? Ну вот, например, вот такие вот сумки. Я готова вам сейчас продать их по 22 тысячи. Вы помните, что здесь вот эти вот убираются, шнурочки снимаются, сюда убирается ремешок. Сейчас у нас уже нет времени. Кому это интересно, чтобы, может быть, время вы не тратили. Сумок у меня много. Вы видите, что целая витрина. Да, Улечка, там что-то ты мне пишешь истории. Вот, сегодня видите, какие сообразительные у меня клиенты. Звонят и говорят, мне нравятся сумки, которые ты получила. Я говорю, так они же еще в коробках лежат. Они говорят, ты же их выставила в сторис. Я говорю, вот, а я уже не сообразила, откуда они вам нравятся. То есть вот такого плана, видите, вот эту сумку, снимается у нее вот эти шнурочки, можно ее носить без бахромы, можно ее носить с бахромой, мне вот она очень нравится без бахромы, мягкие, удобные. То есть я сейчас готова, ну, вот эту линейку большую, скажем, вам их предложить по 22 тысячи с большой скидкой перед моим отъездом, чтобы освободить место для прихода осенней коллекции, потому что вот все полное, их надо куда-то ставить. То есть предлагаю вам что сделать. Я вам предлагаю следующее, в четверг, сегодня вторник, да, а то у меня все дни, суббота, воскресенье, вторник, все смешалось, все, кони, люди. Вот, я вам просто предлагаю во вторник. Ну, вот разные они тут есть, господи, каких их только нету. Всякое разное есть, и вот такие вот есть, ну, разные. Я вам просто предлагаю сделать четверг, прямой эфир, и я вам покажу вот эти все сумки, которые у меня есть, там маленькие вот эти вот. И, может быть, я не обещаю вам, но я постараюсь до четверга, я не уверена. Ну, может быть, туда немножко дальше, потому что сейчас после эфира обычно идут заказы людям, размеры, устройства, сколько стоит. Ну, уже тут все цены назвала, уже слышите вот все. Если не успею до четверга, но я просто вам в четверг покажу, я потом на сайте поменяю цены, сделаю их, например, там на кисеты 20 тысяч, на эти сумки 22 тысячи. Вот они, ну, разные вот какие-то, я не знаю. Ну, вот такие, может быть, там немножко подороже. Я просто подумаю. И я вам тогда их все покажу, которые они стоят, вот которые были. Кисетов много, там что-то из рюкзаков вот светлых тоже. То есть сделаем такую тотальную распродажу, скидку. Да, вот летние вот эти вот цвета, колоры, вот посмотрите, какой красивый. И мы тогда в четверг сможем, чтобы у нас опять же было время, хотя бы там час 45 минут, я вам покажу подробно вот эти сумочки, уже немножко подумаю по поводу цены, за какую цену. Да, хорошо, ну, я уже закончила, как раз людям говорю, за какую цену я вам их смогу предложить. Ну, то есть разные там вот такие вот, много. Ну, вы сами видите, вы у меня умные все. Вон и фуксии есть, и голубые есть. И вот такая вот красотка, вот мне показала, ну тут же, может, не совсем там 22 тысячи, ну, чуть-чуть их, пожалуйста, вот.
в таком красивом цвете, вот эти баранки, большая, уже ни у кого не видела. У меня они пришли просто в сентябре месяце прошлого года. Остались не потому, что они плохие или не такие, потому что мне опять пришла Легрус, я его сидела, ждала, ждала, и я уже просто улетела, потому что у меня был куплен билет очень дорогой. Вот, и я улетела, а груз уже забрали в сентябре. Естественно, уже в сентябре вот это все осталось на этот год. Вот, поэтому, чтобы почиститься, я вам предлагаю очень хорошие цены на них. Давайте мы в четверг сделаем эфир под Джираначи по остаткам коллекции прошлых лет. Я вам все покажу и более-менее назову цену. Если кому-то что-то интересно, вы можете зайти на сайт, и вам понравилась какая-то сумка, вы хотите ее купить, вы мне напишите, за сколько вы готовы мне ее отдать. Я вам сразу там, ну, напишу 21, 22, 20 тысяч. То, что вот там есть. Там как раз-таки прошлогодние, не вот эти новые, которые только пришли, а прошлогодние. Вот, поэтому, да, вот пишет уже кто-то, уже люди пишут вопросы. Естественно, сейчас уже буду до 3 часов вам сидеть отвечать всем, поэтому можешь и не камильфо, можешь и камильфо, красоту ничем не испортишь. Вот, так что спасибо, что были со мной, спасибо, я всегда вас рада видеть, спасибо, что вы мое вдохновение, что вы, как бы сказать, мое дело – это смысл моей жизни, что вы меня оцениваете, пишете мне добрые слова, благодарите меня, я чувствую себя нужным, востребованным человеком, спасибо, что вы у меня есть, говорю вам искренне, и говорю искренне, что вот просто сравниваю людей, которые ходят к другим людям, и думаю, слава Богу, пусть они дальше туда ходят, Господи, счастье, что у меня есть вы, и я этим живу, дышу и радуюсь. Все, целую вас, обнимаю. 10 часов, мы закрываемся до четверга. Спасибо, мои дорогие. Спасибо за комплименты.